Участвуйте в акции «Устюг» с ЕЖК. Купите продукцию ЕЖК на 100 рублей в магазинах сети «Райт». Гарантированно получите именную видеооткрытку от Деда Мороза и шанс отправиться всей семьей в Великий Устюг с ЕЖК. 16 января в Каменске-Уральском министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и главы 34 муниципалитетов проанализировали работу регионального оператора на старте мусорной реформы. После этого состоялась пресс-конференция министра. Информация очень полезная и даже интересная, поэтому досмотрите до конца. После встречи министра с главами городов состоялся брифинг для журналистов. Николай Смирнов отметил, что в период с 1 по 20 января серьезных сбоев на этапе сбора и вывоза отходов потребления на полигоны их приемки и захоронения не было. Тем не менее, в своем выступлении министр отметил, что есть проблемы, которые надо решать. В то же время мы отметили те проблемы, которые есть, мы их никто не скрывал, и мы их действительно обговорили. Это проблемы как по многоквартирным домов, это нехватка контейнерных площадок, недостаток контейнеров на этих площадках. И второй момент – это то, что не по всем территориям, удаленным, в первую очередь сельским населенным пунктам, в настоящее время не отработаны графики вывоза мусора. Поэтому была поставлена задача до конца этого месяца региональному оператору, перевозчикам мусора и главам муниципальных образований отработать этот график, довести до всех жителей, чтобы мы этот вопрос уже сняли раз и навсегда. И были обсуждены также моменты по сверке данных, чтобы при выставлении счетов не было завышенных сумм. То есть, если проживают 3 человека, на 3 человека выставляется. Кроме того, мы дали отдельное разъяснение о том, как жителям получить перерасчет, если на какой-то промежуток времени один из членов семьи не проживает. Студент, например. Да, сейчас все рассматривали, да, по студенту. Кроме того, до глав мы довели информацию, что на сайте министерства размещен так называемый вопросник, да, это вопрос-ответ, это те часто задаваемые вопросы жителями, которые приходят в министерство. Мы на них подготовили ответы и разместили там, и мы предложили главам такие этот же вопросник разместить у себя на сайтах. Николай Смирнов отметил, что большое количество бытовых отходов вывозится в непредназначенные для этого места. Мы прекрасно помним, что и видели, что большое количество коммунальных отходов, которые образуются физическими лицами, юридическими лицами, оказываются не на полигонах, а в лесах, оврагах и так далее. В подтверждение этого могу сказать, что анализ, который проведен был за первые 10 дней января месяца, более чем на 20% объем твердых коммунальных отходов поступил на полигоны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сюда можно было сделать вывод, что эти 20% до этого оказывались не на полигонах, а в иных местах, не пригодных, скажем так аккуратно, для складирования. Поэтому переход на новую систему, он позволяет в первую очередь лишить экономического смысла вывозить отходы в несанкционированные места. Что это значит? Если раньше, когда в составе жилищной услуги был вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов, управляющая компания оплачивала услугу за то, что перевозчик забрал и увез твердые коммунальные отходы. Вне зависимости, довез он до полигона, вывалил ли он через 2 километра во враг либо в лес, эту сумму он получал. Сейчас же оператор по вывозу коммунальных отходов получает сумму только за тот объем или за тот вес коммунальных твердых коммунальных отходов, которые он привез на полигон. Если он отходы не довез до полигона, ему эти затраты не компенсируются. Поэтому, соответственно, теряется смысл вываливать мусор в леса. Второй момент, это что касается частного сектора. Тоже мы видим возле коттеджных поселков, возле сельских населенных пунктов несанкционированные свалки. Жители сельских населенных пунктов, которые говорят, что у нас вообще нет никаких отходов, да, но тем не менее возле этих домов образуются свалки. Так вот, если сейчас, с 1 января, с федеральным законодательством, им также будет выставляться в обязательном порядке плата за вывоз твердых коммунальных отходов, нет смысла им выбрасывать эти мешки в леса. Если в любом случае им
придется оплатить эту услугу. Смысл увозить в лес, если можно просто этот мешок отнести и поставить в то место, откуда оператор заберет и везет на полигон. Мусорная реформа будет состоять из нескольких этапов. Сейчас задача на первом этапе – это наладить организованный сбор и вывоз мусора. Я думаю, это будет максимум, у нас полгода на это уйдет. Следующий этап реформы – это раздельный сбор мусора на пищевые и непищевые отходы. Делать на первом и на втором этапе более глубокую сортировку в точках накопления мусора, то есть в квартирах, на первом этапе это нецелесообразно по нескольким причинам. Во-первых, не все жители готовы, да, не во всех квартирах есть возможность устанавливать 4, 5, 6 ведер, раз. Второе, давайте откровенно, на территории регионов, не только Свердловской области, но и других, еще отсутствует достаточная инфраструктура по вторичному использованию этих отходов. В настоящий момент в Свердловской области существует потребность в строительстве 12-14 мусоросортировочных комплексов. Вчера и позавчера у меня были переговоры с крупным инвестором, который готов строить несколько заводов на территории Свердловской области, вблизи Екатеринбурга и не только. Поэтому сейчас мы рассматриваем предложение с точки зрения экономики. Но первые заводы, которые будут построены, я озвучил, это Нижний Тагил, Краснотуринск, Красноуфимск и Первоуральск. Что касается тарифа на вывоз мусора, то он один на все возрастные категории, независимо от возраста проживающих в квартире. Причем в каждом городе он разный. В Возвесте он равняется 118 рублям на каждого прописанного в данной квартире, а в частном секторе 132 рубля. Если мы хотим, чтобы эта услуга оказывалась полностью, мы должны установить тот тариф, который полностью ее закроет. Если мы устанавливаем меньший тариф, значит мы должны сказать, что мы не сделаем вот это и вот это, а мы обязаны это сделать. Именно поэтому тариф установлен на том уровне, который позволяет и привлекать инвестиции, и модернизировать парк техники, и в перспективе ставить новые контейнеры, и организовывать дуальный сбор мусора. А если по итогам года мы увидим, вернее, региональная экономическая комиссия увидит, что не все средства израсходованы, какая-то дельта, экономия образовалась. Ежегодно РЕК рассматривает тарифы, на эту величину она может быть уменьшена. Полиэтилен, пластик, из которого изготавливается одноразовая посуда, достаточно серьезная проблема для переработки. Что мы сейчас уже начали делать, я думаю, вы в ближайшее время увидите, это то, что в крупных торговых сетях и магазинах вы увидите предложение, помимо полиэтиленовых пакетов, бумажные пакеты. Уже такое есть, мы и в Екатеринбурге, я видел в Сетском районе, в магазинах уже предлагают бумажные пакеты, и причем даже продавцы объясняют, почему это так делается. Постепенно отказ от одноразовой пластиковой посуды, я думаю, это будет, но нужно понимать, что это решение должно приниматься на федеральном уровне. Экологические сборы, они будут, скажем так, стимулировать уходить на тот пластик, который пригоден для последующей переработки. И этим мы подтолкнем строительство заводов по переработке стекла. Почему у нас прекратилось сбор стеклопосуды, да, вторичного, что у нас было выгодно разливать в пластиковые, да, тару. Сейчас, я думаю, будет возврат к стеклянным. На брифинге возникали вопросы по взрывам газа в Магнитогорске и шахтах. Со своей стороны, как орган исполнительной власти, мы ужесточим контроль за соблюдением организациями, осуществляющими проверку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования по выполнению их требований федерального законодательства. Это и по качеству проведения проверок, о своевременности оповещения жителей о сроках проведения этих проверок. Вполне возможно, так аккуратно скажу, потому что на следующей неделе у меня будет совещание со всеми руководителями организации, мы предложим им добровольно увеличить срок оповещения. То есть сейчас в рамках действующего законодательства это 20 дней. Мы хотим им рекомендовать, чтобы за полгода информация о плановых проверках вывешивалась на сайтах. После этого за 20 дней они должны официально уведомить каждого, чтобы жители, готовые, планирующие свой отпуск, могли посмотреть за время их отпуска, будут ли проводиться проверки.